Всем большой привет! Сегодня мы будем рисовать очень красивое пирожное. Итак, это у меня акварельная бумага. Беру кисточку пятерку, лист под палитру. Возьму светлый коричневый цвет и намечу, назовем их коржами, да? Из теста, да, вот эти вот части, там будет три слоя. Форма похожа на сердечко немного. И оно здесь заостряется таким образом. Один слой, потом второй этаж, да, у него есть. А здесь как бы между этажами такие шарики у него. Краска, заметьте, полупрозрачная, я рисую. И сверху последний, третий этаж. Мы потом вот это вот все, конечно, подробнее прорисуем. И вот тесто, там коржи, да, слои уходят туда дальше. Между ними есть такие симпатичные маленькие шарики. Их я намечу голубой краской, ну, даже можно такой с коричневой, с голубой смешать. И вот слегка прям наметить. Поскольку я рисую без карандаша, да, то есть мне нужно вот все-таки такой рисунок сделать. Рисунок кистью. Тут эти шарики, собственно, они там выпирают, да, периодически они объемные. Можно немножко даже потемнее сделать, плохо видно. Потом мы их прорисуем подробнее, естественно. И вот на этом этаже тоже эти шарики из крема. Ну, я даже не знаю, сейчас такое пирожное не пробовала, может, это пизе какое-то. Но больше на какой-то крем похож. Так, так. И третий этаж. Тут у нас последний этаж, он очень красивый. Здесь опять вот шарики, да, вот эти находятся. На них будут сверху ягоды. Так, мы сначала наметим шарики. Потом ягоды уже будем... к завершению. Ну, вот туда они дальше уходят, вдаль. Рисовать. Пока что, наверное, надо остановиться, да, на этом этапе. И подробнее прорисовать форму коржей. Чтобы подробнее прорисовать форму коржей, я возьму кисточку единичку, палитру. Вот такой вот цвет. Коричневый, светлый. И вот таким образом. Кстати, здесь еще краска плохо высохла, поэтому я пока остановлюсь, не буду ничего рисовать. Пусть отсыхает, потому что вот все течет, некрасиво, так и не надо. Поэтому я намечу на последнем этаже, что у меня будет находиться. Там будут находиться ягоды разные. Красным цветом я намечу. Будет только клубники там находиться. Там два кусочка как бы лежат друг у пушки. Клубника, потом здесь у меня есть малина. Такими кружочками нарисуем, потом это все, конечно, еще уточним. Такую розочку идем. Где ягодки, голубики и ежевика. Темно-синий, ну не темный, сразу пока синий. Вот нарисуем, наметим, да. Оставим тут чуть-чуть светлого голубика. Здесь одна будет, здесь вторая. Можно покрупнее, да, сделать голубику. Синий смешать с фиолетовым и наметить ежевику точно таким же способом, как я рисовала малину, да, это будет такое а-ля розочка. Оставляем такие, рисуем кружочки, да, оставляем по мере возможности белые дырочки. Потом мы уже подробнее прорисуем саму ягоду. Ну, там будут идти дальше украшения различные. Здесь еще есть такое-то сердечко, естественно. Ну, давайте нарисуем сердечко. Возьмем больше краски.
пачкаете. Пока поставим, да, пусть это все сохнет. Побольше можно сделать. Все сох. Пока будет сохнуть, я попририсовываю вот эти коржики. Итак, возвращаюсь к своему коричневому цвету. Здесь уже бумага подсохла, и можно посмелее, да, вот прорисовать вот эту форму. Между шариками, да, здесь достаточно только все четко и понятно. Вот таким образом. Вот сюда. Здесь вот тоже. Так и так. Вот сюда вот тоже вот входит форма. Так, здесь можно немножко прям поострее сделать. Так. И следующая форма вот тут идет у нас. Так. И аккуратненько вот так обводим, да, шарики. Так. Здесь вот. Так. Закругляем аккуратненько. Прямо это нужно внимательными быть. Окей, дальше. Следующий этаж, то же самое все делаем. Единственное, вот здесь, кстати, вот оно как-то выпирает немножко больше. А здесь я не доделала. Подальше немножко тоже должно быть. Это вот тесто наше. И то же самое, все как в предыдущих разделах. Мы возле шариков делаем ровные вот эти вот, ну, полукруги, да, как это правильно назвать, чтобы четкая форма, да, круглая прочитывалась. У шариков мы должны вот здесь контрастный слой теста сделать. Здесь вот, ну, здесь шарики туда уже уходят, да, поэтому здесь кусочек теста такой лысый немного виднеется у нас. Все, мне, в принципе, пока что нравится на данном этапе. Все мы делаем как надо. Так, там тоже можно немножко на нас я вот поверну. Заострение вот это вот. Вот сюда. Сюда. Теперь коричневый потемнее. Смешаем вот с этим, со светлым коричневым. И сделаем вот здесь толщина у этого теста есть, она как бы темнее. Вот одной линией я провожу, но потом ничего страшного, если как бы контраст не очень читается, можно потом подсохнет еще одним слоем пройтись. Так, сейчас поконтрастнее сделаю. Вот здесь как бы то же самое, да, сюда заходит, здесь одним слоем идет. И вот нижний слой какой-то тоже можно сделать. Контрастный здесь не хочется его сделать, конечно же. Вот этот заворачивается. Немножко попрорисовываем шарики. Я прям с палитры возьму синий цвет, чтобы ярким не надо. Водички вот побольше добавлю. И на вот этих вот шариках, во-первых, там будет небольшая тень
под слоями, ну, коржами, да, то есть, ну, одной линии я тоже так буквально проведу. Можно немножко поярче ее сделать, чтобы, конечно, у меня вот эта линия ну, прям совсем не читается. Сколько тут тень, да, и здесь вот одной линии от коржа тоже тень сделаем. Дальше, ну, по форме, да, можно вот шарики немножко сделать, с них вот объем, да, заметить. Так, слегка, да. Здесь вот. Вот, собственно, у этих то же самое шариков, да. Возле низа такая тенюшка, и объем идет. Там другие какие-то шары внутри наполнения, да. Так вот, пока оставим, давайте порисуем немножко голубику, да, чтобы отвлечься. Так, синий у нас есть, нам нужно взять фиолетовый цвет и сделать на голубике контрастные тени, да. Здесь такая круглая есть форма. Можно вот такой кружочек темно-фиолетовый, да. И какие-то вот темные элементы. Здесь тоже вот такая тенюшка. Аккуратно вот отправить. Так. Здесь тоже вот можно немножко ровнее сделать. Теперь то же самое сделаем с голубикой. Возьмем темный фиолетовый цвет. Вот такие шарики в тени. То есть вот полностью, да, можно закрасить. Где-то вот кружочки я просто рисую, да. Ягодка. Потом можно еще дальше чуть-чуть подправить. Пока что я оставлю и порисую маленькую. Беру красный цвет. Можно, ну, в принципе, нормально такой цвет пойдет. Здесь я просто в тени, да, вот эти вот части. Вот я их просто, ну, красный цвет. Маленькие красные кружочки, в общем, по этой стороне сделала. А здесь уже будут дольками. То есть она лежит наоборот. Ногами. Здесь у нее дырка, он туда вниз ходит. Здесь такие, как лепесточки, да. А можно вот потемнее цвет взять. Такой вот, какой-то вот бордовый. Да. А может фиолетовый добавить чуть-чуть. Так, это слишком много. Сейчас я вот пытаюсь найти такой цвет, достаточно темный. Но это не должен быть фиолетовый. И вот здесь вот сделать на малине все-таки такую вот темную часть теневую. Вот так вот. Все, окей. Так вот идут ягодки. Здесь идет клубника. Здесь у нее такая толщина, да, может быть. С этой стороны. Здесь можно вот высветлить вот эти вот части, посветлее сделать, и вот здесь вот посветлее сделать части, добавить вот таких вот немножко красных элементов, ну мякоти такой, да, яркой красной, не то что элементы мякоти. Таким образом, ну потом мы уже веточки, конечно, добавим. Дальше я хочу опять-таки порисовать возле шариков.
Я беру тонкую кисточку, самую, которая у меня есть, это нолик. И темный-темный коричневый цвет. Так, еще побольше его надо сразу набрать. И вот между этих шариков аккуратно вот по форме, да, их, во-первых, рисовать. И между ними там такие вот достаточно контрастные тенюшки должны быть. Такая уже тонкая работа, графичная. Графика пошла. Можно водички чуть-чуть добавить сюда. Так. Вот под этим шариком тоже аккуратненько тоненькую линию провожу. Такое. Здесь тоже аккуратненько шарик так прорисовываем. Вот идет сюда шарик. Здесь. Вот такой. Желательно, конечно, два с линии не водить, но мне что-то не получается. Одной бы такой красивой линии в идеале. Но дело в том, что у меня вот передо мной стоит штатив, и до сих пор не придумала, как его лучше поставить. Конечно, он мешает руку, да, чтобы положить ближе, но мне вообще лежит не там, где надо. Вот здесь вот тень идет. Там, собственно, да, вот между ними такая тоже тень. Таким полосочком, да, рисую. Между шариками вот тонкая линия. Можно вот несколько полосочек, да, по форме шариков этого же цвета добавить. Контур получился не очень хорошо, но вот давайте полосочки. Дальше вот здесь будет шарик в тени, назовем его так. Так, здесь полоски тоже сделаем такие. Здесь можно потемнее немножко сделать. Так, дальше следующий шарик. Вот здесь у нас будет. Сюда он идет. Здесь потемнее можно тоже сделать. И, собственно, еще один шарик. Тут такая тенюшка вот. И так нам нужно сделать все эти шарики. Аккуратно так, ну, под ними, да, тут такая тоже тень должна быть там. Можно здесь потемнее тоже сделать. Все-таки там под предметами там падающая тень все равно будет. Светло так не должно быть. Так, аккуратно вот эти шарики. Пространство между ними заполняем. Тут можно по форме, да, тоже что-то где-то подправить. Как бы тут мне особо даже комментировать нечего. Я делаю одно и то же. Так, вот здесь между ними, да, заполняю. Не видно, вот как туда, да, уходит. Но здесь потом можно контрастнее, да, тут тоже тень под слоем коржа этого. Ну, это печенье, да, наверное, правильно называть. Кстати, да, скорее всего, это называется правильнее печенье. Вот здесь, ну, не одинаковые какие-то у меня шарики получились. Так вот сделаем. Я лучше разобью еще раз, да, на две части. Вот здесь вот будет тень, там следующий шарик идет. Вот так вот сделаем. Сюда по форме, да, можно шарики подправить. И
последний слой. Так. Закрашиваем пространство здесь. Пока тут у нас картина наша подсыхает, это пирожное украшено еще листочками. Я порисую, возьму зеленый цвет, так достаточно густовато надо взять, чтобы будем рисовать поверх. А вот этот элемент с клубникой я не прорисовывала, потому что там они как бы под низом. Здесь у нас от голубики и от малинки идут зеленые листочки вот таким образом. Вверх. Такой декоративный. Ну, не декоративный, это сразу от какого-то полезной травы, от какой-то декоративные листочки. Чем там кондитеры украшают сейчас свои шедевры кулинарные. Так. И еще листочек вот сюда мы добавляем. Аккуратненько, вот вверх он идет таким образом. Здесь вот потоньше, да, здесь потолще. Потом, ну, потемнее, конечно, еще добавим. Сюда идет еще листочек. Здесь на белом, конечно, будет лучше смотреться. Так. Добавим зеленый. Таким образом, да. Вот таким образом. Еще листочек. Раз. И второй товарищ. Два. Второй листочек. Здесь можно вот так аккуратнее сделать веточку. Вот эту веточку тоже хочется сделать, конечно, намного аккуратнее. Вот кисточкой нажатие. Так. Опа. Здесь, да, поострее хочется сделать листик. Ну, тут, конечно, он должен подсохнуть, да, мы добавим сюда контраста теней. Ну, пока что как бы так. Здесь есть сердечко, которое мы нарисовали, надо его доделать. Здесь у него идет толщина. Ладно, тень давайте сначала. Сейчас его по форме, да, немножко. Ой, что у меня зеленая краска не очень хорошо зацепилась. Так, возьмем коричневое пятнышко. Ладно, коричневое сюда добавим в тень, пусть подсыхает, да, мы добавим печенью все-таки фактуру. Потом. И толщину нам надо будет сделать. Здесь у клубники давайте тоже. Можно немножко какие-то элементы там темнее сделать. Конечно, сейчас считается, что это клубника. И тут белое. Вот. Высветлить можно что-то попробовать. Вообще можно взять белую акрил или гуашь. Тут такие вот у нее характерные сердцевина, да, белая пройтись можно. Так. Ну, в принципе, ежевика мне нравится. И малина. Голубика тоже ничего. Поэтому мы просто аккуратно я сделаю там под ними коричневую тень. Да, уже там. Конечно, они имеют в виду под собой какие-то вот теневые моменты. Так, что мне надо? Мне нужно
сверху коричневым, да, вот по голубому, аккуратненько пройтись, вот где вот эта тень. Раз. И внизу то же самое сделать. Вот что. Опять зеленый вылезет. Коричневым проходимся, теперь берем толстую кисточку и вот здесь тоже нужно сделать тень под предметом. Побольше водички добавлю, чтобы она была такая аккуратная. Посветлее сделаем, потом вот можно будет поконтрастнее сделать. Мою тоже. Теперь берем зеленый. Зеленый нужно потемнее взять. Тоненькую кисточку аккуратно. Только что-то у меня такая лохматилась. Но... И там по некоторым элементам, да, можно будет пройти аккуратненько таким вот образом. Здесь и здесь то же самое сделать. И с этой стороны все то же самое мы делаем. Так. Зеленый цвет. Кисточку мою надо передвинуть. Так. Так. Аккуратненько, да. Потом коричневым цветом я на печенье. А, во-первых, надо сделать небольшую толщину и поставить вот таких точечек. Вот тут фактурка, да. Здесь вот я немножко тоже подчеркиваю. Также фактура печенья, у него такой пористый, да, читается. И на печенье, которое является коржами, в смысле. Надеюсь, понятно. Выковырила. То есть добавляем точечки. Вот. Много не надо, да. Фактура все равно вот украшает немножко наш рисунок. Можно, да, подчеркнуть где-то посимпатичнее, поярче, да, вот эти вот элементы. Уже такой процесс у нас идет до работки. Вы можете посидеть подольше, да. Вот, я, наверное, уже скоро буду заканчивать видео, потому что это можно рисовать очень-очень долго. На шариках, да, вот. Объемчик я показываю. Разделяются на шарики. Управляем. Так. 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 Здесь можно потемнее. Немного сделать. Еще рисовать, ну, в принципе, не знаю, я на этом сегодня закончу. Можно добавить, ну, так для красоты, если это, например, рисунок пойдет на открытку, да, можно немножко добавить брызгов красных, немножко синих. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока-пока.